В Смоленске пожарные почти 12 часов боролись с крупным пожаром на трикотажной фабрике. Погибла 33-летняя сотрудница предприятия. Как предполагается, она могла задохнуться угарным газом. Огонь возник на втором этаже, но быстро охватил все здание. Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров. В какой-то момент обрушилась часть стены и крыша. Сейчас спасатели продолжают проливку здания. Следователи выясняют причину возгорания. По данным местных СМИ, в одном из цехов проводились сварочные работы. Это уже не первое подобное происшествие на Смоленской фабрике. 3 года назад там дважды вспыхивали пожары.